А вот теперь о бюджетировании клипа. Из чего же складывается бюджет? Ну, во-первых, он складывается из требований режиссера по утвержденному режиссерскому сценарию, требований оператора по утвержденному списку оборудования, которое необходимо для того, чтобы реализовать режиссерский сценарий и утвержденный тритмент, о котором мы говорили ранее. Важно, что бюджет складывается и из-под желаний музыканта. Если мы продумали о том, что вот сейчас у нас там едет автомобиль, он разбивается, это можно показать по-разному. Давайте мы сделаем здесь такой проезд, ударишься об руль, все, как бы показали немного кровь, стекающую по лбу, ты разбился на автомобиле. А музыкант говорит: нет, слушай, я хочу раздолбать Бентли. Это сейчас образно, но в целом бюджет клипа сразу вырастает. И так во всем. Кто такой исполнительный продюсер? Друзья, это важный человек. Это как раз тот человек, который считает бюджет вашего клипа. Когда вы берете продюсера, которому хорошо платите, который профессионал своего дела, тогда он расшибется и найдет вам много вещей, каких-то бесплатно, каких-то по дешевке и так далее. И он не будет запихивать свои какие-то деньги, которые он хочет заработать по мелочам, либо реквизит, либо в оборудование, еще куда-то. Потому что исполнительный продюсер собирает все вот так вот в кучку для того, чтобы получился продукт. Он и заказывает оборудование, которое необходимо оператору и режиссеру. Он и заказывает реквизит, который необходим режиссеру. Он собирает актеров, которые необходимы режиссеру. В принципе, исполнительный продюсер – это ключевая фигура, без которой клип, в принципе, не состоялся. Именно вот тогда я вам говорил, что почему оператор не снимет хороший клип. Потому что оператор не исполнительный продюсер. А на исполнительном продюсере лежит очень много задач. Самое дорогое, конечно же, в бюджете – люди. Лучше экономить на качестве оборудования, чем на команде. Чем больше людей, которые отвечают за свой собственный какой-то аспект действия. Режиссер за режиссуру, исполнительный продюсер за продюсирование, оператор за картинку и композицию, звукорежиссер за звук, администратор за администрирование площадки, визажист. А не тогда, когда пришел оператор с камерой, он же там, не знаю, вас подкрасил, он же там поставил свет, он же все занес. Пока он весь свет занес, он уже устал 28 раз. И, в принципе, он такой потный, уставший, начинает снимать. Каждый занимается своим делом. И тогда клип получится. Не на каждый клип нужно столько людей. Все, опять же, зависит от идеи и от того, как режиссер хочет их реализовать. В принципе, любую идею можно реализовать по-разному. Все зависит, опять же, как вы хотите выглядеть и какую задачу ваш клип решает. Я быстренько пробегусь по важным фигурам. Режиссер, мы уже говорили, да, важная фигура. Оператор-постановщик, оператор стадикама. Это не то же самое, что оператор-постановщик. И он делает картинку максимально плавной. Есть электронные стадикамы, есть аналоговые. Оператор квадрокоптера. Сейчас есть еще операторы там, экстремальных квадрокоптеров и так далее. Опять же, все это зависит от задачи. CG-менеджер тоже важная фигура, если, опять же, у вас есть там всякие эффекты. Исполнительный продюсер, их может быть несколько. Каждый отвечает за свою какую-то задачу. Опять же, чем больше проект, тем больше... Художник-постановщик – очень важная фигура. Не так важно, на что мы снимаем, как важно, что мы снимаем. Да? То, что находится в кадре, оно и делает картинку красивой, дорогой, насыщенной. Картинку, которая несет смысл. Конечно же, важен стилист, чтобы это не просто какая-то повседневная одежда, в которой вы обычно ходите по улице, а какой-то сценический костюм. И это может сделать только профессиональный стилист. У него есть связи, он может очень много брать костюмов в аренду, работает с разными дизайнерами и так далее и тому подобное. Чем дороже стилист, тем больше у него возможностей и опыта. Визажист. Важно, чтобы визажист работал
работал обязательно в кино. Те люди, которые работают только для фото, не очень подходят. Гример и визажист – это немного разные профессии. Гример делает раны различные. Дольщики – это люди, которые катают телеги. Там, может быть, когда-нибудь видели. Гафер – это инженер группы осветителей. Важно все-таки, чтобы этот человек был на площадке вместе со осветителями, потому что эти ребята помогают оператору-постановщику выставить ту схему света, которая нужна, и оператор-постановщик, естественно, не сам бегает и не устает. Location manager – это человек, который отвечает за локацию. Кастинг-директор – это тот человек, который отвечает за то, чтобы у вас были актеры, и все подходили, все были харизматичные. Каскадеры, да, если у вас какие-то эффекты. Пиротехники – это тоже, если у вас какие-то там визуальные эффекты, взрывы там и так далее. Художник, раскадровщик, раскадровка – это важный момент, особенно в игровой части. Фокус-пуллер – это тоже очень важная фигура. Почему нужен фокус-пуллер? Дело в том, что на кинокамерах, вот с такими большими объективами, как очень многие любят, нет автофокуса. А фокус-пуллер – это тот человек, который управляет радиофокусом и позволяет расставить акценты там, где нужно. Лицо в фокусе, сзади размыто. Потом определенный момент, лицо там размыто, сзади в фокусе там кто-то подходит. Драматургические акценты как раз позволяют расставить фокус-пуллер. И чем он опытнее, тем, конечно же, это лучше. Тем чаще в фокусе то, что должно быть в фокусе, и в целом быстрее идет съемка. Фокус есть, да, фокус есть. Начали! Бьем! Падай! Вставай! Да ты чё? Мы не сняли? Бывает так, что все классно сняли, а фокус-пуллер не справился с задачей, и приходится переснимать дубль. Это время. К постпродакшену относятся у нас логеры. Это те люди, которые собирают, структурируют информацию, которая была сделана на съемке. То есть жесткий диск на камере заполнился, он отдается логеру. Логер сливает этот жесткий диск, подписывает весь материал. После этого делает бэкап. Обязательно, ребята, делайте бэкап, потому что ваш материал – это самое дорогое, что есть. Бывает, что жесткий диск умирает и вместе со всем вашим материалом. Если у вас нет бэкапа, представьте стоимость съемочного дня, которая может стоить 10, 20, 30 тысяч там, долларов и выше, вы попадаете на эту сумму. Мы на съемках стараемся делать от 2 до 3 бэкапов, а третий бэкап никогда мы не трогаем. Один у режиссера, один у продюсера, монтажер может быть технический человек подкованный, который очень быстренько выполняет все задачи, и он сидит с режиссером монтажа, который говорит, что ему делать и куда он хочет поставить это быстро. Чаще всего сейчас все универсальны, и в принципе режиссер монтажа сам сидит и все собирает. Если у вас много всяких эффектов, то берется на съемку директор по визуальным эффектам, он сразу работает в связке с режиссером, и они понимают, что куда, где ставить, где потом будут убирать там зеленый или синий фон, то есть кейтс, где уже будут делать композинг, заменять фон. Конечно же, CG, VFX-менеджер, композер, там, художник, 3D-график, колорист. Отдельно я хочу сказать про колориста, про человека, который красит клип. Не экономьте на грейдинге клипа, потому что то, как покрашен клип, это, конечно же, очень важно. И в целом, когда вы смотрите на картинку и думаете о том, какая классная же заслуга и световой схемы, и оператора, и всех-всех-всех, кто задействован в кадре, но и колориста. Если вы пишете на площадке звук, у вас диалоги, вам понадобится звукорежиссер на площадке. Записали звуки, там все что-то было громкое, или вы не записали на площадке, записали его черновой, вам понадобится уже потом дубляж на посте. Как сэкономить на съемке клипа? Я давно за оптимизацию затрат, и в целом вижу, как много компаний, много музыкантов бессмысленно тратят миллионы долларов и рублей, когда это можно снять практически с таким же эффектом, а то есть с таким же результатом за гораздо меньшие деньги. Сэкономить можно, это делать все самому, но что я не рекомендую. Если вы делаете все сам, обычно это заканчивается так.
вы потом говорите, мне нафиг это ничего не нужно, и я понял, как это сложно, и пусть это сделают те ребята, которые этим занимаются. Обычно этим заканчивается то, что вы хотите сделать сами, снять клип. Но стоит это один раз попробовать. Я считаю, что каждый, кто экономит, должен сам попробовать снять клип. Он тогда будет понимать вообще ценность этой работы. Второй вариант сэкономить – это найти студентов. Тоже рабочая схема, но студенты – это всегда риск. Вы должны это понимать. Студенты должны работать со студентами. Окей, это работает. Но если вы хотите выйти в какой-то профессиональный уровень, то не стоит тратить свое время и свои силы на случайности и на то, чтобы давать ребятам что-то реализовываться, потому что в большей степени, ну на 80% это не получается, все налетают на свои ошибки. Ведь профессионал от непрофессионала отличается чем? Тем, что профессионал, он уверен на 95, а то на 100% в своем результате, что он вам даст за те или иные деньги. Он знает все ошибки, которые как бы уже когда-то совершил. И в целом я не верю в ребят, которые там снимают год-два, и они уже такие супер классные, и все к ним бегут. Конечно же, круто, когда люди прошли школу в 5-10 лет, а то и больше. И таким образом они умеют оптимизировать ресурсы, они умеют подбирать нужных людей, они решат любую задачу, в принципе, любой косяк, который может возникнуть на съемке, а их может возникнуть очень много. Если вы классный музыкант, у вас супер крутая песня, супер крутой проект, то можно мотивировать своей харизмой и уникальностью. Вы приходите и говорите, а мы такие клевые, вот посмотрите, а еще у нас по 30 миллионов просмотров каждый видос. Давайте мы сделаем с вами классное видео. И таким образом можно сэкономить очень сильно. Главное помните, что экономия – это всегда риск. Важный момент. 100% хороший специалист стоит хороших денег. Смотрел интервью Алана Бадоева. Он рассказывает о том, что он работает только с лучшими операторами, с лучшими художниками-постановщиками, с лучшими из лучших. Именно поэтому большая часть его клипов выглядит красиво, четко и профессионально. Именно поэтому очень много музыкантов, топовых музыкантов, хотят работать с ними. Такой небольшой лайфхак. Идите со своим треком в кино или игры. Сейчас очень круто выстреливают треки в играх или в кино. Вот вы договорились с режиссером, вы можете с ним пообщаться на предмет того, чтобы взять кадры из фильма, который уже снят, и, собственно, там что-то где-то в студии еще попеть, там на гитарке, не знаю, смотря какой у вас клип, и ставить свои кадры, где поете, вместе с кадрами в кино. Очень много кто так делал из кино, в котором используется ваш трек, и таким образом у вас получается такой клип некий, да. То же самое с игрой. Какая вы можете использовать какую-то компьютерную игру, себя либо дорисовать, либо еще что-то. Это очень тоже прикольная интеграция, круто работает, экономит средства, пробуйте. Специалисты у нас в России, конечно же, есть. Но в целом мы испытываем ряд кадровых проблем среди людей, которые связаны с графикой, CG, VFX. Очень мало хороших креативщиков, мало хороших сценаристов. Хорошие колористы тоже на вес золота. Но в целом вот это вот как бы те люди, которые нужны. Хочется, чтобы их было побольше.